Пушкинская. Кстати, очень многолюдно здесь. Но обратите внимание, что даже на традиционном месте нет поста ГИБДД. Абсолютно мирный город. Тишина. Это привет телеграм-каналам, которые разгоняют, что здесь все в бронированной технике, в усиленном режиме несения службы. Ну, поехали до Кремля. Это большой театр, самый центр Москвы. Вот вы видите, что ничего не мигает, тихо. Много людей отдыхают. Вы видите, белые ночи, 2 часа 50 минут. Подъезжаем к Лубянке, которая по логике должна быть забаррикадирована. Здесь должна стоять, в соответствии с теми публикациями, которые я прочитал, целая армия. Ну, давайте доедем. Оп. Так. Теперь нам надо отсюда выехать как-то из этого ряда. Собственными глазами. Почему? Потому что с нами, знаете, обращаются вот в этом информационном поле просто как с последним быдлом. Это, конечно, очень обидно. Вот здесь отдыхают люди. Смотрите, какая огромная тусовка молодежная. Это здание администрации президента справа, Старая площадь, метро Китай-город. Какая женщина едет, лет 60 на самокате, смотрится отлично. Посмотрите, сколько людей здесь. Полиции вы тоже не видите, я тоже не вижу. Ее нет. Ну, естественно, здесь традиционно Красную площадь перекрывают. Сегодня все-таки же день, помните, как перевыпускника, и
Ну вот вы видите, все, мы практически проехали насквозь Москву. С МКАДа до центра через центральную улицу, вот старая площадь. Кстати, большой пересадочный узел, вот этот круглосуточный. Всегда на него смотрю и радуюсь. Хороший проект, очень правильный проект. Очень много людей сейчас там. Туда транспорт идет по всей Москве круглосуточно. Ну и вот, чтобы уже закончить нашу ночную экскурсию по Москве, доедем сейчас до Яузы. Нет, давайте тогда остановимся на Кремлевской набережной. Сейчас я поверну. Доедем до высотки. И вот мы видим, что все, что нам рассказывают о невероятных мерах безопасности в городе Москве, о том, что все на ушах, никто не спит. Все это попытка выдать желаемое за действительное. Ну и да, что вот видите, 2 часа 53 минуты. И вот так дата, чтобы 24 июня, 2 часа 55 минут.